Это современная Россия. В ее жизни сотни острых проблем. Там, на улицах наших городов, зачастую царит атмосфера нетерпимости и тревоги. Там порой отказываются от своей истории, от своих предков. Там делят людей по национальной принадлежности на своих и чужих. И эта Россия рождает своих героев и свои песни. Это понятно, здесь и детям, и взрослым, до глубины души, до сердца и мозга. Запомни, Москва – город Грозный. Это автор песни «Москва – город Грозный», представитель русского рэпа Дино МС. Жизнь в нашей стране, к сожалению, сейчас очень непростая. Что бы кто ни говорил, национальный вопрос существует. И с каждым днем, с каждым годом он становится все острее, острее и острее. Запомни, Москва – город Грозный. Тот трек, который я написал, это моя тревога, мои мысли, мои переживания за то, что происходит с нами, за то, что происходит с молодежью. И порой мне бывает очень неприятно и очень обидно наблюдать, как отдельные личности ведут себя, насколько они не уважают окружающих, насколько они не уважают наши традиции. Мой дед прошел всю войну, и на Смоленщине он оставил десятки, сотни своих друзей, однополчан, которые отдали свои жизни. И получается, что наши герои лежат там, на Смоленщине, а где их герои? Где-то далеко в горах. Неужели у нас нет ничего общего? Неужели нет того, что нас может объединять? Что ж, эти слова искренни. Наиболее сильно межнациональный конфликт в последние годы проявился между русскими и чеченцами. И вот мнение другой стороны. Тоже молодые ребята, тоже музыканты, участники группы Rappers Unit из города Грозного, чеченцы. Эти ребята видели кровь и смерть своими глазами. Их детство прошло в подвалах, где они прятались от обстрелов и бомбежек. У них есть своя правда и своя тревога. Когда наши чеченские, кавказские спортсмены завоевывают первые места, то мы россияне. Страна гордится нами. Вперед, Россия! Но стоит простому чеченцу там приехать, допустим, в Москву, в столицу нашей России, то тут же начинается «понаехали тут», «возвращайтесь к себе обратно в горы» и так далее. То есть в обычной жизни мы, лица кавказской национальности, которых чисто из-за внешнего вида причисляют к бандитам, террористам и так далее. Русские просто не понимают нас, не понимают наших традиций, не понимают наших проблем, не понимают то, что мы пережили. И сейчас мне кажется, с какой стати мы должны понимать их. Ведь, как говорится, какой привет, такой и ответ. И в итоге получается так, что кто первым выстрелит, тот и прав. Неужели чеченского волка и русского медведя объединяет только общая вражда? Неужели нынешнее поколение обречено на взаимную ненависть? Этот вопрос волнует простых людей на улицах, артистов, музыкантов, журналистов и спортсменов, потому что все они живут в одной стране. Москва. В спортзале тренируются мастера боевых искусств. И это тоже Россия. Чемпионы мира по боям без правил Адлана Магов и Алексея Лейник. Лучший боец мира по смешанным единоборствам Сергей Харитонов. И прославленные легендарные спортсмены Ислам Докучиев и Александр Иншаков. Русские и чеченцы. Их тоже часто пытаются разделить на своих и чужих, но они все равно вместе. Спортсменам нечего делить, кроме медалей.
Их связывают не только спорт, но и общие цели – служение стране и нелегкий путь от поражений к победам, которые они проходят плечом к плечу, как братья. И когда возникает вопрос, чужие мы или нет, эти люди знают, где искать ответ. В спорте мы не делим по национальности. Мы занимаемся одним общим делом, зарабатываем медали для страны. А в жизни часто слышу, что нас не понимают, нас не слышат. А что я говорю? Чтобы понимали, чтобы слышали, надо знать свою историю. Тогда будет ясно, чужие мы или нет, русские и чеченцы. Мы готовим наших ребят не для уличных драк, а для того, чтобы они защищали честь нашей страны на спортивных площадках. И недаром наша олимпийская команда, наша олимпийская сборная приезжает сюда, на Поклонную гору, для того, чтобы поклониться своим предкам, людям, которые отдали свою жизнь за наше отечество, за нашу родину. И когда сейчас очень много идет разговоров в Москве о том, что нашу столицу перенаселили представители других национальностей, других народов, я бы хотел посоветовать этим людям приехать сюда, прийти на любое мемориальное кладбище и посмотреть, кто лежит в нашей земле, кто защищал нашу родину в трудное для нее время. И тогда будет ясно и понятно, чужие нам чеченцы или нет, чужие нам эти народы или нет. Памятники Великой Отечественной – это наша общая история. Война не только трагедия и время величайших испытаний для всех народов нашей страны, но и время небывалого единения. И везде мы найдем чеченский след, о котором официальная история долгое время умалчивала. Вот всего лишь несколько фактов. 1941 год. Самое начало войны. 8000 бойцов Брестского гарнизона приняли на себя первый удар. За несколько месяцев до этого фашистская военная машина перемолола почти всю Европу. Гитлеровцы были уверены, что возьмут Брестскую крепость за считанные часы и продолжат победоносное наступление вглубь России. Но здесь они натолкнулись на беспримерное мужество и стойкость советского солдата. Спустя месяц сам Гитлер и его соратник Муссолини посетили неприступную цитадель, желая своими глазами взглянуть на непреодолимую для них преграду. Но даже тогда крепость оставалась непокоренной. Она жила и продолжала вести бой. От многих бойцов не осталось даже фотографий. Но они живут в наших сердцах благодаря воспоминаниям ветеранов, книгам и фильмам. Прошло много лет, но уважение к подвигу Брестского гарнизона не ослабевает. До сих пор тысячи людей приходят поклониться павшим героям. Среди них внуки и правнуки тех, кто выжил в те страшные дни. У них славянские лица, но вот что удивительно, у некоторых кавказские имена. Почему? Мало кто знает, что в рядах бойцов гарнизона было около 400 уроженцев Чечено-Ингушетии. И среди них пулеметчики Элим Эльмурзаев, Магомед Узуев, Даша Эдельханов и Али Джукаев. Четверо из 400. Какую память оставили они о себе? Один из самых драматичных эпизодов обороны крепости – прорыв немцев у Холмских ворот. Эпизод с прорывом – реальный факт. Я играю реального героя, легендарного комиссара Ефима Фомина. Мало кто знает, что подобный эпизод происходил у северных ворот крепости. И там фашистов встретили чеченские пулеметчики. Больше всего меня поразили не их бесстрашие, это понятно. В общем,
а их очень высокие человеческие качества. Перед этим они провели несколько адских бессонных ночей, в постоянных боях, должны были смениться, но они отказались покинуть свои позиции, остались на местах у своих пулеметов. Почему? Только через некоторое время я понял, почему. В гарнизоне находились очень много семейных офицеров. Это жены, дети, старики. А эти ребята были молодыми, холостыми, и вся их родня находилась очень далеко отсюда. И получается, что чеченцы пошли на смерть, чтобы спасти русские семьи. Наверняка они хотели вернуться домой, в гору. Ну, конечно, хотели. Там, где их ждут матери, отцы, невесты. Но они остались. То есть чеченцы бились за русские семьи, как за свои собственные. И это был не чей-то приказ, а их собственный осознанный выбор. Это к вопросу о том, чужие мы или нет. И что чеченцам не интересен никто, кроме своих земляков. Что тут еще добавить? Хочется просто поклониться им. Спасенные женщины и дети не забыли тех, кто подарил им шанс на второе рождение. И спустя много лет они дали своим внукам и правнукам имена героев, ушедших в вечность. Сквозь годы мы слышим их слова. «Мама, отец, мы не вернемся, но вы будете гордиться нами». Смоленская земля. Зимой 43-го здесь пролегла линия обороны. Непроходимые летом болота намертво скованы 45-градусным морозом. Вокруг обгорелые скелеты сожженных фашистами русских деревень и неприступные укрепления гитлеровцев. С этими местами связаны горечь отступления и потерь, и бессмертное мужество. Страшные бои шли в этих местах. Сколько лет миновало, но до сих пор здесь находят останки наших солдат. До сих пор эта земля хранит в себе смертоносный металл. Каждый метр здесь пропитан солдатской кровью. Снайперы. Невидимые труженики войны. Те, кто не давал покоя фашистам. Ни днем, ни ночью. Чеченец Махмуд Амаев на Смоленщине. Его запомнили как улыбчивого, смуглого парня, внезапно появлявшегося из ночной метели возле солдатского костра и также внезапно уходившего обратно в метели в ночь на боевое задание. На счету Махмуда Амаева 186 уничтоженных фашистов. И это были не просто солдаты. В списке его трофеев высшие офицерские чины гитлеровцев и каратели, на чьих руках была кровь мирных жителей и военнопленных.
На войне очень важно иметь надежного друга. Для Махмуда Амаева на заснеженных русских дорогах таким другом стал русский снайпер Иван Шмарин, от которого до наших дней дошло лишь имя. Они всегда были вместе, ели из одного котелка, спали, укрывшись одной шинелью, прицельно били фашистов. 22 февраля 1943 года в самую лютую стужу был получен приказ о прорыве. Впереди неприступная оборона противника, и кто-то должен был первым принять удар, отвлечь внимание гитлеровцев на себя, дав возможность основным силам перейти в наступление. Для этого была сформирована группа добровольцев. Такие прорывы почти всегда верны смерти. Снайперов берегли, и они никогда не шли в атаку в первых рядах. Но в этот раз Махмуд Амаев и Иван Шмарин настояли на своем участии. Они были уверены, что их опыт поможет сохранить жизнь многим боевым товарищам. А потом был жестокий бой и дерзкий захват плацдарма, и приказ командира по рации: «Вызываем огонь на себя». Детали этой истории разыскал в архивах военный журналист Александр Сладков. Он прошел все горячие точки, в том числе и две чеченские кампании. Он многое видел и переосмыслил, и поэтому понимает нынешнее противостояние молодежи. И его волнует, знают ли эти ребята, что русские и чеченцы могли быть братьями, и что у них общие герои. Ребят, вот эта смоленская история, смоленская битва, в принципе, это общая победа. Это победа всех солдат, независимо русский, чеченец, кто бы там ни был. Но там, в одном окопе, лежат убитые и погибшие солдаты, русские и чеченец, взявшиеся за руки. Вот, дайте руки. Вы понимаете, если что-то будет между русскими и чеченцами, русскими и кавказцами в нашей истории, нам те солдаты, те люди, которые лежат на Смоленщине, они не простят. Это Сталинград, Курская дуга, дорога на Берлин, герои города, Россия матушка, как воздух и вода, я патриот своей страны, и так будет всегда. Это то, ради чего можно умереть, как ни крути, нам всем в этом огне гореть. Так что лучше за дело, чем стоять и смотреть, как на торгах свинец меняют на медь. Со слезы жены матерей за всех павших в боях Великой Отечественной мстили их братья по оружию разных национальностей. Свой волчий след на дорогах войны оставили тысячи чеченских героев. И среди них легендарные защитник Брестской крепости, бесстрашный партизан Осман Сатуев, сложивший голову в белорусских лесах, герой Советского Союза снайпер Абухажи Идрисов, уничтоживший 349 фашистов, погибший под Сталинградом герой Советского Союза пулеметчик Ханпаша Нурадилов, на счету которого более 900 врагов, герой Советского Союза Ирбайхан Бейбулатов, танкисты-братья Хамид и Магомед Алироевы, герой Советского Союза, кавалер Американского ордена Почетного легиона, кавалерист Мавлид Висаитов, один из первых, кто встретил союзников на Эльбе. Это был вклад воинов-чеченцев в нашу общую победу. О летчиках написано много книг и сняты десятки фильмов. С фотографий глядят на нас мужественные люди, советские летчики времен Великой Отечественной. Асы и кумиры, словно ангелы, прикрывавшие своими крыльями наши войска. Командир эскадрильи штурмовых бомбардировщиков майор Даша Акаев. 1944 год. Прорыв ленинградской блокады. Глоток свежего воздуха для жителей города.
Но словно смертоносный кулак, занесенный над измученным Ленинградом, зловещий, неприступный немецкий аэродром близ эстонского города Раквере. В любую минуту он мог стереть город с лица земли и намертво закрыть советским войскам выход на запад. Чтобы разгромить аэродром, одной отваги было мало. Там находились не желторотые юнцы, а признанные асы Люфтваффе, опытные и беспощадные. Победить их можно было только ценой своей жизни. И это понимал Даша Акаев и его товарищ. Они знали, что не вернутся назад, и что это будет их последний бой. 26 февраля 1944 года майор Акаев повел своих «Соколов» на последнее задание. Всего 10 минут было у них, чтобы успеть переиграть противника и отбомбиться до того, как фашисты поднимутся в воздух. Единственная возможность уничтожить аэродром – зайти с моря со стороны Финского залива. И летчики сделали это. В неравном воздушном бою неприступный аэродром был уничтожен. И в последний момент Даша Акаев направил свой горящий самолет на укрепление врага. 10 минут. Для киношного героя – мгновение. Для жизни – вечность. Я часто думал, кем были для него чеченца эти жители измученного блокады Ленинграда. Что двигало им и его боевыми товарищами, когда они шли на верную смерть? Вы знаете, я, кажется, знаю ответ. Это любовь. Любовь к людям и к своей родине. Ведь они подарили пережившим страшную блокаду миллионам людей фактически второе рождение ценой своей жизни. Размышляя над этим, я не смог остаться равнодушным. Я написал песню, которая называется «Тысяча лет», потому что такие подвиги достойны того, чтобы народ их помнил тысячелетиями и хранил в веках. Я так хочу видеть солнце в моих городах. Я не хотел бы иметь свой билет на войну. Я так хотел бы остаться с тобой навсегда. Я никому не отдам в твоем сердце весну и право на тишину. Хочешь, я стану землею, а хочешь стеной. Все, что ты в жизни должна, это только лишь быть. Что нам должны небеса, только век под луной. Все, что мы небу должны, это только любить. Но тысячу лет война кровь за кровь, и тысячу лет для счастья причины, и тысячу лет жить будет любовь, срывая сердца и безумие льдины. Через тысячу лет я встречу твой след, узная в толпе твой запах и свет. Я знаю ответ твоих губ через тысячу лет. Родина, живи вечно. Могут ли герои плакать? Ночью накануне вылета подчиненные слышали, как их бесстрашный командир майор Акаев, который хладнокровно шел в любое воздушное сражение, плачет. Но не страх перед завтрашним боем был тому причиной. Эта причина стала ясна позже – депортация, о которой Даша Акаев уже знал. 1944 год.
трагическая страница в истории чеченского народа. 23 февраля страшная беда обрушилась на их дома с той стороны, откуда ее совсем не ждали. Эта беда не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Целый народ был обвинен в предательстве Родины и приговорен к выселению с родной земли в сухие казахстанские степи. Для оправдания депортации в ход было пущено испытанное оружие – клевета. Был создан миф о том, будто чеченцы не только поддержали в годы войны фашистскую Германию, но даже собирались преподнести Гитлеру белого скакуна под золотым седлом. Это легенда, рожденная сталинской пропагандой, еще долго отравляла жизнь людей. Миф о поддержке фашистов опровергнуть очень легко. Дело в том, что на территории Чечен-Ингушетии никогда не ступала нога немецкого солдата. Продвижение фашистов было остановлено под Моздоком. Но на фронтах воинов-чеченцев стали лишать званий и наград. Их отправляли в тыл для разбирательства, откуда многие не возвращались. И один лишь вопрос мучил героев войны – почему? Кто виноват? Кто-то винил во всем государственную систему, кто-то считал, что это всего лишь нелепая трагическая ошибка. Но даже эта беда не смогла уничтожить ни честь, ни достоинство чеченцев. И подвиг Даши Акаева был ответом на все вопросы и сомнения. Он остался верен своей стране и воинскому долгу, как и остальные герои-чеченцы. Они не только выжили в условиях депортации, но и вернулись домой к мирной жизни. Дети войны выросли и стали писателями, художниками, музыкантами, учеными, гордостью советского народа. Среди них Саламбек Хаджиев. В том, что произошло с чеченским народом, да и с другими репрессивными народами, это, конечно, не вина русского народа. Так история сложилась. Я вырос в ссылке в Казахстане, в селе Ровном. Это недалеко от Джамбула, Южный Казахстан. У нас в селе жили, в общем-то, все народы. Никакого национального вопроса там не было. В беде вообще народы сплачиваются. Затем вот в 1957 году была восстановлена историческая справедливость по отношению к чеченцам, другим репрессированным народам. Мы очень дружно все начали жить. Грозный через некоторое время стал одним из красивейших городов Южного, так сказать, Южной России, вот, Северного Кавказа и, в общем-то, центром мировой нефтяной науки. То есть это был очень интеллигентный такой, я бы сказал, интеллектуально развитый город. Когда вам говорят, что надо поделить по национальностям, потом вам скажут, что надо поделить по там, горным и долинным, потом вам скажут по селам поделить, потом по тэпам, а потом вы начнете мерить размеры головы друг друга, чья голова правильнее. Это уже было у немцев, они мерили голову, чем они закончили, вы знаете. Мы работаем, мы живем в своей стране, мы строим свою страну, строили и будем ее строить. Это наша с ним страна, но не те, кто нас пытается столкнуть. Народы, дети этих народов и внуки их народов всегда мудрее, чем политики. Нас можно временно обмануть и столкнуть, наверное, и то вот временно. Вот в этом плане, знаете, щемящим таким моментом является вот этот эпизод из повести «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, где вот этих двое детей, русский чеченец, клялись дружбе друг другу, что они никогда друг друга не предадут. Они не предали друг друга. Не плачь, Мавел. Мы всю жизнь будем вместе. Не плачь, Мавел. Сама история дает ответ на вопрос, враги ли
русский медведь и чеченский волк. И в наше непростое время, прежде чем поднять друг на друга руку или оружие, давайте помнить, что на нас смотрят наши великие предки, герои 1812 года, солдаты и офицеры Первой мировой, джигиты дикой дивизии и воины Великой Отечественной войны. Это герои, о которых весь мир говорит и вспоминает стоя. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен те дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Правительства, граждане и граждане.
Сегодня 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны. Германские войска напали.